25 июля в актовом зале городской мэрии состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Конституции Республики Дагестан. Участие в мероприятии приняли глава города Зайнуддин Акмазов, председатель собрания депутатов Заид Салим Дадаев, заместители главы администрации, депутаты городского собрания, начальники управления и ведомств, а также представители общественных организаций. Глава Хасавюртов в поздравительной речи в адрес присутствующих и всех горожан подчеркнул, что уникальное в своем роде, принятое непростое для страны, время способствовало сохранению мира и единства многонационального Дагестана. Государственный праздник, День Конституции Республики Дагестан. Я хочу вас поздравить в вашем лице всех горожан с этим праздником, пожелать благополучия, мира, процветания. С докладом перед собравшимися выступил заместитель главы администрации Исмаил Дадаев. Дагестан – это единое демократическое правовое государство в составе Российской Федерации, выражающее волю и интересы всего многонационального народа Республики Дагестан. Конституция Республики Дагестан представляет собой основной закон, который закрепляет основы существующего общественного строя, основные права свободы человека и гражданина, статус Республики Дагестан как субъекта Российской Федерации, систему, принципы организации деятельности, полномочий органов госвласти и органов местного самоуправления. Конституция играет важную роль в установлении, соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина. Конституция обязывает государство признавать, реализовывать, защищать права и свободы личности. С поздравительной речью от лица всего депутатского корпуса к присутствующим обратился заместитель председателя собрания городских депутатов Мирза Магомедов. Дагестан – одна из многонациональных республик Российской Федерации, а День Конституции Дагестана – один из важнейших праздников, в котором желает принять участие каждый житель от мала до велика. Надо признать, что многое из заложенных в Конституцию пока не удалось реализовать в полном объеме. Последние десятилетия 20 века российское общество пережило много трудностей. И в этих условиях Конституция Республики Дагестан ознаменовала вступление республики на путь демократии, стала важным фактором консолидации дагестанского общества на ответственном этапе нашей истории. Историю возникновения и постепенного дополнения и преобразования Конституции Республики рассказали представители общеобразовательных учреждений и студенческой молодежи города. Становление конституционализма в Республике Дагестан – это очень длительный процесс, тесно связанный с российским государством. Первые конституции в Республике Дагестан появлялись еще в советский период, 18, 27, 37, 78 года. Но если первая конституция состояла только из одной главы и в последующем дополнялась, то в 1994 году сложилась уже полноценная Конституция Демократической Республики. Почему 1994 год, именно 26 июля, является ключевым днем, который изменил политическую систему республики? В начале 90-х менялась политическая система в Российской Федерации, в России, соответственно. И Республика Дагестан должна была соответствовать этим политическим изменениям. Уже в конце 1991 года начался процесс разработки новой Конституции. В середине 92 года было разработано 4 проекта Конституции профессоров Казанбиева, Халилова и доцента Хавчаева, в частности, и также профессора Астемирова. В начале 93 года проект Конституции был уже опубликован и 26 июля 94 года окончательно принят. Почему данная дата, опять же, ключевая? Это была первая Конституция Республики Дагестан, которая подчеркивало демократическое направление развития дагестанского общества. На данный момент в Республике Дагестан действует редакция Конституции 10 июля 2003 года. В Хасавюрте по случаю празднования Дня Конституции также прошли собрания трудовых коллективов во всех городских учреждениях и организациях, а также акции по раздаче флаеров и ленточек с изображениями государственных символов Республики Дагестан волонтерами на улицах города. Я от лица молодежи города поздравляю всех дагестанцев с Днем Конституции Республики Дагестан. Желаю всем мирного неба над головой, сплоченности, единства и крепкого здоровья. Зарема Хайбулаева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».